Такое тут вот интересное заведение, можно мороженое поесть, а можно вот бургер купить, бутербродики. Нет, свободно. Вот. Три по цене двух, 18 солис, это мороженка. Да, ну если сакери мира. Вот тут как красиво. Можно провести время. А, тут можно вот как выбрать. Тут большое-большое разнообразие. Вот реклама, какую тут мороженое подают. Есть ли там пара? Кафе. Кафе экономика. А, си? Си, по кафе кафе. Реклама, реклама. Окей. Дульси и лята. И тортики тут. В общем, тут много чего. Такие вкусные подают вещи. И бургеры продают тоже. Да. Вкусно. Вкусно. Угу. Спасибо. Вот еще одна чифа возле нашего дома. Тут открыли возле дома у нас бургерную. Такая маленькая, но симпатичная, да. Это вот тортики здесь продают. Мы берем здесь всегда на наш день рождения или кому-нибудь в подарок. Вкусные. Как можно от этого отказаться? Una ofertita de 3 por 18. Tenemos también la oferta de 2 por 1 en Grepex, en lo que es salados. Si el otro, si la otra persona ha dicho sí, trata mi nombre como cuando quiera, si no, no. Y si no, si dice que no, ¿qué le puedo decir? Pues con gente del mayor nivel que no te puedo decir. Claro. A lo que ya. Сейчас мы попробуем, продегустируем, что же у них тут у нас предлагается. Мне принесли вот такую чашу с ассорти. Тут три вида. С клубникой, с манго и марагуей. Ну, я сама так захотела. Выбор там вы видели огромный. Ну, попробовала. Вкусно. Натурально. Тут есть еще и лимон. И кокос, и пиня, ничего только нет, ванилина, ментол, маракуйю попробовала, и шоколад.